Ну, хочу представиться. Меня зовут Елена Аскали Франц. По профессии, да, я продавец. Хочу свой результат рассказать. Я была немножко, конечно, шокирована, но я знала, что этот продукт работает. Я была уверена, но что так быстро наступит этот час, когда я все-таки начну опять радоваться жизни, радоваться движениям, так как у меня я много лет мучилась со спиной и с плечом. И это потом все-таки когда-то перешло в хроническую болезнь. У меня плечо было нерабочее, я не могла рукой двигать, что пришлось. Даже мне, я была всегда на прямых продажах в последнее время, мне пришлось перестать заниматься этим любимым своим делом, так как я не могла уже ничего подымать тяжелого. Составляла очень большие боли, болела спина, плечо не работало. Даже элементарные вещи, которые женщина делает, убраться в доме, съездить, подкупиться что-то, носка сумок была невыносимая. И вот через свою подружку я узнала про этот продукт замечательный. Когда она мне начала рассказывать, так как я тоже чувствительный человек, я прочувствовала этот продукт, услышала зов этого продукта, я аж прям, ну, была на таких эмоциях, это просто, не высказать. Я для себя сказала: «Югу, я нашла все-таки этот продукт, и продукт нашел меня». И я начала принимать продукт слайд и стоп. Но прежде чем я их начала принимать, я, конечно, принимала другие продукты, но потом через несколько времени я поняла, мне пришлось сходить еще к врачу, он сделал снимок и сказал, что на моем суставе на плечевом сточились полностью хрящи, и он мне сказал: к сожалению, это не восстанавливается, и у вас шансов нет, что когда-то придется вам все-таки ставить на проценты на инвалидность. Ну, я с этим, конечно, не смирилась, сказала: нет, я буду принимать продукт, посмотрим. Но как-то плечо мое отодвинулось на задний план, так как на тот момент у меня ухудшилось зрение, ухудшилось слух. И через какое-то время я стала замечать, что мое состояние стало улучшаться, я стала лучше спать, я стала двигаться. И про свое плечо, можно сказать, в этот момент как-то не сильно акцептировала, потому что была занята другими. Но когда прошло полгода, я как раз на тот момент устроилась подрабатывать все-таки, так как нужно было выходить, что-то делать, менять, вышла подрабатывать в магазин. И когда я разгружала или составляла продукты на полки, я выше, можно сказать, пояса руки не могла поднять, потому что плечо только на 45 градусов поднималось. И тут я, как сказать, было мало рабочих, мы были вдвоем, и тут я беру коробку, но она была не совсем такая тяжелая, может быть, ну, килограмма 3-4 от силы, беру и руками забрасываю на полку. Это самое, даже сама не ожидая этого, я прочувствовала что-то не то. Потом взяла вторую коробку еще раз, и потом только до меня доходит, что посмотри, что с тобой произошло, у тебя плечо начало работать. Я на таких эмоциях, я аж заплакала от радости, что у меня действительно заработало плечо. Я думаю, блин, а ведь я же даже не думала об этом, что наступит так быстро этот результат. Я пришла, конечно, первый мой звонок был моей подруге, когда я поделилась своим результатом. Я была весь день, я не могла прийти в себя от этого результата, что слава тебе продукту, что продукт так работает, и что вот он действительно восстановил. Когда я все-таки у врача проверилась, он мне это не поверил. Хотя снимки доказывали обратное, он говорит, что это, ну, просто невозможно, что хрящи заново наросли.
Это медицинское доказательство у меня на руках. Вот это о моем результате. Что еще хочу добавить? Результат моей дочки – это продукт Relax. Для нее я тогда взяла. У нее сильные были страхи. Страхи контрольным работам писать, если она что-то по школе не могла спать, просыпалась ночью. У нее тоже, когда я ей первую конфетку дала, и она на ночь ее приняла, утром она тоже была в таком недоумении. Она говорит: мама, что ты мне дала? Я, говорит, сегодня первый раз ночью проспала полностью всю ночь. Что она была в таком восторге, она даже напугалась этого состояния, потому что она не просыпалась ночью, не вставала, не ходила в туалет, там, попить или еще что-то. Она никогда, уже многие года, не могла полностью выспаться ночью или проспать эту ночь. А здесь это самое. И вот юные слова, как она мне говорит: мама, вот эти леденцы – это мой самый лучший друг. И теперь она принимала тоже. Power Frauen начала принимать. У нее, как вы знаете, у молодежи многие страдают акнами, прыщики, все. У нее тоже начались. Но что я заметила, и она тоже была до того удивлена, и сказала: мама, у меня кожа намного чище становится, у нее нету прыщиков, хотя юные подружки все жаловались: у нас там прыщики и все такое. У нее это исчезло, у нее лицо очень чистое. И вот юные тоже релекс, она тоже обожает АС, это от желудка. У нее иногда были тоже с переваркой пищи, у нее постоянно иногда ныл желудок. Она его тоже всегда принимала. И вот в школу без них она уже не ходит. Своих подружек угощает, что дети тоже очень-очень в восторге были. И все просят мою дочку: ну что, принесешь там пару конфеток, мы хотим попробовать, или перед контрольной. У нее тоже подружка всегда просила: ты можешь мне дать тоже конфетку перед контрольной, чтобы ей сбалансироваться, и вот этих вот, чтобы не было страхов, вот это переживание, что сейчас мы пишем контрольную. Вот этот продукт и на кошке я на своей тогда тоже делала, хотя многие тоже не верили. Даже на кошке, когда у меня отравили кошку, мы ее выходили. Действительно, выходили, добавляли, растворяли в воде и добавляли воду и капали ей в рот. И вот так вот нашу кисульку мы тогда спасли, можно сказать, от что вот это вот отравление все-таки все вышло из нее, и кошка начала двигаться и была счастлива с нами. Ну, вот это мои результаты. Благодарю за ваше внимание.